Сестры, микрофон Евгений Никифоров. Сегодня мы продолжаем уроки русского языка с Татьяной Мироновной. Здрасте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Главным научным сотрудником нашей национальной библиотеки, доктором филологических наук и нашим постоянным автором уже в течение 2 лет. Да? Да. Уже так давно с вами эти уроки ведем и все находим, о чем говорить. И как вам не надоело? О, мне-то нет, потому что я сам филолог по основному образованию, поэтому я с громадной радостью. Для меня это очень интересно. Это корнесловие, узнавание происхождения слов, чем мы с вами занимаемся. А это же новый смысл, новое понимание жизни. Более отчетливое, слова же называют явление. И от того, как ты его назовешь, так ты будешь с этим явлением и дело иметь. Поэтому название правильное очень важно. И сегодня мы будем с вами, я надеюсь, и приглашаю вас развить эту тему, говорить о происхождении слов. Как язык рождает новые слова. Вот сейчас вот кругом мы имеем... русский язык, мы даже жалуемся, потому что он ужасно засорен новообразованием. Из английского языка там юзеры, гаджеты, виджеты, невероятное количество слов, которым я сам не понимаю. Происхождение. Главное, если русской терминологии ты читаешь что-то, ты догадаешься о чем хотя бы, да? Ну, мне, например, очень нравится слово очень точное – гаджет. А это что такое? Ну, мое сознание языковое соотносит это со словом «гад». Совершенно верно. То есть мы этих гаджетов изведем. Все-таки будем называть устройство. Ну, есть хорошее слово «устройство». Да, очень много вот таких старых русских слов. Мы же можем свои родные корни приспособить под новую инженерию и новое поколение техники. Легко, ведь в свое время не прижился аэроплан, прижился самолет. Хотя до всякой авиационной техники самолет означал устройство, плавающее по воде. Но здесь очень важна позиция элит. Ее и образованность, и ее целенаправленность, и ее вот не в националистическом смысле, а в национальном смысле ответственность. Я имею здесь в виду что? Вот слово «промышленность». Ведь оно же было введено искусственно Карамзиным в свое время. Да, но в нем было замечательное основание, вот эта идея мысли. Сначала ты подумал, и потом ты сделал. Ты воплотил мысль в дело, в реальность. Вот великолепная именно по-русски осмысленная вещь. Потому что что у нас? У нас сказано, сделано. Придумано, сделано. Это такая вот наша, наше основание жизни. Ну, а у бизнеса другая логика. Украл, вот тебе и бизнес. Простите, да. Очень часто именно так и бывает у бизнесменов. Поэтому лучше быть промышленниками, лучше быть людьми, которые размышляют, и в результате это является продуктом уже и материальным воплощением. Конечно. И вот если мы взглянем на русские слова, именно исконные русские слова, а их у нас, естественно, большинство, то увидим, как человеческая мысль, как наша мысль выстраивала цепочку смыслов, как она развивалась в словах. Самый простой пример. Мы интуитивно чувствуем близость, хотя бы звучание, солнце и соль. И во всех языках индоевропейских именно так. А вот здесь очень важная, важная проблема, так называемые ложные этимологии. Когда мы похожие слова по звучанию пытаемся объединить в какой-то единый смысл, хотя они абсолютно разного происхождения. Вот соль и солнце, ну кажется, что может быть дальше? Дело в том, что сегодняшний лингвист, специалист по современному русскому языку, фыркнет на мои сейчас размышления и скажет, что все это выдумки, это ложная или, как любят говорить, народная этимология. Дескать, народ такой тупой, а мы-то с вами вот все прекрасно понимаем, знаем много языков и понимаем, что это совершенно разные слова. Нет, народ как раз вот не туп.
Народ интуитивно, сколько он творец языка, интуитивно чувствует близость и родство. А вдумчивые лингвисты подсказывают, как осуществляется эта близость. И вот солнце и соль, близость этих корней во всех индоевропейских языках. То есть когда-то в праязыке корень, давший нам обозначение светила, ну, условно, сол, вот этот древний корень, обозначал действительно солнце, светило. А соль – это ценнейший продукт древности, получаемый выпариванием на солнце. Древнейший способ получения соли – выпаривание на солнце. Сегодня мы сказали бы, что это метонимия по смежности. Вот оно, солнце, оно печет, греет соляные вот эти озера, и образуются кристаллы соли. А вот как интересно, смотрите-ка. Вот мы же произносим не солнце, да, мы говорим солнце. А на письме, вот все-таки язык письменный, он многое закрепляет из прошлого в нашем языке. А вот в письме там осталось солнце, то есть вот это да, сол. Да, древний корень сол у нас сохраняется в орфографии. А наши предки говорили солнце, и поэтому солнышко и так далее все сохраняется, и мы все это чувствуем. И родство между солнцем и солнышком мы прекрасно ощущаем. А уже со словом сон это не связано. Нет, не связано. Видите, как догадался. Вот. Так, вот если взглянем дальше на солнце и увидим рядом слово, ну уж совсем на него не похоже, это зола. А в слове зола есть опять же вот это метонимия, вот это внутреннее сближение ряда положенных явлений, потому что нечто сожженное солнцем есть зола, исконно, первично. Еще, наверное, в те древние времена, когда, собственно, и огонь-то был достаточно редким явлением. Да, собственно, что? Что такое огонь? Ну, как бы шедший огонь с неба. Да. Это первично, видимо, были молнии, потому что человек-то потом научился добывать огонь путем трения. Опять-таки, тоже интересно, откуда вот это? Это мы еще обсудим сегодня. Огонь и трение. Но вот продолжим с солнцем размышления. Посмотрите, у нас в русском языке не осталось этого слова практически, кроме заимствований. Но у нас есть такое заимствование из латинского, английского солист. О, Боже, и солист? Я-то думал, это итальянское слово какое-то. Да, ну оно, безусловно, латинского происхождения. Соле, да. Соул английское, одинокий, единичный, единственный. А солнце-то одно. И вот единичность была обозначена индоевропейцами тоже через корень солнца. Ну, о соле мио. Да, нам это знакомо, и слове солист нам это знакомо. Это тот солнечный корень, только он уже оторвал, так сказать, значение единичности и прилепил на новые слова его. Видите, как интересно. То есть мы фактически занимаемся исследованием древнего образа мысли. Очень древнего. Мы через эти слова, через их сопоставление уходим в глубины десятков тысяч лет назад. И если археологи, да, вот какое сделали недавно открытие, в пластах 40-тысячелетней давности нашли иглу, костяную иглу с ушком, обработанную, то есть шили 40 тысяч лет назад. Это потрясающее изобретение человечества. А мы с вами, ну, как лингвистические археологи, уходим в такую же глубь, а может быть, еще дальше, и понимаем, как мыслили люди, и как они развивали свою культуру. Через слова это можно установить. Вот это невероятно интересно и приятно, потому что ощущаешь через вот эту филологическую, казалось бы, деятельность, ощущаешь себя единым
с другими народами, с другими цивилизациями. Да. Мы, оказывается, действительно все братья и сестры. Там сколько-то тысяч лет тому назад были единым народом. У нас, собственно, праотца Адам и Ева, у всех. Да, и вот здесь мы начинаем реально ощущать в самом языке, что, в общем-то, что-то здесь у нас еще даже осталось языке. Мы еще худо-бедно так и понять друг друга можем. Так очень много осталось. И действительно... концепция праязыка, которая, собственно говоря, абсолютно совпадает с библейской, праязык был, она у мудрых филологов все-таки жива в душе. Это, знаете, как мудрый физик не может не быть обязательно верующий человек. Вот Ньютон был верующим человеком. Потому что вся гармония Вселенной, она укладывается именно в замысел Творца. Эйнштейн, я вам скажу, и многие-многие другие, Нильс Бор. Все серьезно мыслившие люди, просто люди просто серьезные, как мужчины, вот, и как люди, обладавшие громадным интеллектом, они с неизбежностью это понимали, поэтому проникали в глубины мироздания своей мыслью и, соответственно, понимали, что там внутри есть великая тайна. Ну да, и вот и в биологии это особенно, например, видно, и я совершенно согласна вот с этим шуточным выражением, что от обезьяны произошел господин Чарльз Дарвин, а все остальные это созданы по образу и подобию Божию. И вот то же самое с языком. Мы интуитивно чувствуем, а на сегодня лингвисты, мудрые и образованные лингвисты, и доказывают присутствие в нашем прошлом праиндоевропейского языка. А наши отечественные ученые Андреев, ныне покойный, к сожалению, он доказал наличие праязыка индоевропейского народа и уральских языков, и алтайских языков. Это огромный конгломерат языков народов, которые обитают сегодня в Евразии. То есть фактически этот язык назван бореальным, северным. Судя по всему, это движение носителей этого языка было с севера на юг. Это сегодня доказано всяческими доказательствами. Не буду их сейчас приводить, они очень сложны в обосновании объяснений. Но важно, что наше родство... языковое родство, родство мысли подтверждается и с уральскими народами, и со всеми индоевропейскими народами, и с алтайскими языками. Их очень много, очень много. И вот этот праязык Андреев установил для него 203 корня. Я считаю, что это какие-то подступы к тому древнему, богом данному языку. А вот здесь вот я хотел бы спросить вас о проблеме заимствований в языке. Какие слова полезно заимствовать, какие нет? Ну, скажем, вот те же борейские, как говорите, языки, там, у чукчей, там, не знаю, у кого там, северных родов. Там понятно, что сама жизнь очень скудная. Описания ее были очень скудные. Жизнь очень скудная. Поэтому сам язык... сама культура, она не могла она породить такое разнообразие языковых и форм, и самого словаря языкового, да, все это ограничено. Им приходится заимствовать слова. Вот как здесь происходит, насколько оно болезненно бывает, насколько не болезненно. То есть, возвращаемся к тому, о чем я говорил, вот гаджеты, виджеты. Что можно принимать, а что все-таки нужно постараться заменить своим? Вот, смотрите, те же языки якутов, а это тюркский язык, или вот ивенкийцев, языки северных народов, алтайские языки, они действительно вроде бы локальные, небольшие, и слов там немного. Но очень интересно, что в этих языках очень подробно и четко и детально описан в словах быт народов.
Вот то, что их окружает. Там множество названий белого цвета, потому что снег для них многогранен, в отличие от нас. Белый и белый, да, ну, может быть, грязно-белый, ну, может быть, серо-белый, ну, все. Там множество обозначений рыбы, и как ее извлекать, и как ее обрабатывать. И на все это двинуты ресурсы языка. Но там, конечно, нет терминологии науки, нет терминологии той духовной культуры христианской, которую мы развивали в течение тысячи лет, а до нас еще греческие и вся Европа в течение тысячи лет. Естественно, эти слова приходится им заимствовать, потому что язык либо вырабатывает их долго, либо берет что-то чужое. Здесь большая проблема. А вот насколько чужой, я об этом-то говорю, если мы все же происходит, и языковые формы как-то возникают из какого-то большого праязыка, то я думаю, что не так уж и чужды, просто одни народы более развиты, и языки у них оказались более развитые, соответственно, но это все равно развитие вот все-таки одного языка, вот этого первичного. Это верно. Мы действительно развиваем те корни, которые есть и в языках малых народов, я имею в виду народов малочисленных. И развивая эти корни, мы можем подчас даже и подсказывать, что это, в общем-то, наше общее. Мне кажется, что, учитывая, что эти-то народы действительно не развиты, ну, в прямом смысле, не в обидном смысле, не развиты оказались. Нет, они развиты в своем смысле. Смотрите, в то время, когда мы осваивали культуру и цивилизацию православия, в это время те же народы Севера осваивали культуру и цивилизацию шаманизма, шаманскую духовную культуру. Там все очень, очень все подробно и очень все глубоко. Другое дело наше отношение к этому. Но без духовной части ни один народ не живет. И он развивается в этих рамках. А я бы хотела даже вот тут заметить, вот во всех языках, больших и малых, разных групп, есть вот этот древний, бореальный, еще доиндоевропейский корень «дм». «Дм». Два согласных в нем участвуют. А гласные появляются, вставляются внутрь и все время меняются. Они как бы придают новые оттенки одному и тому же смыслу. Но это как диалекты, как у нас украинский, скажем, нет, белорусский. Нет, это не диалект, это в пределах одного языка происходит. Так я об этом и говорю, что в пределах русского языка мы имеем украинский язык, малоросский язык, который, ну, в значительной степени, а сейчас тем более, приобретает формы действительно языка. Ну, дай бог, может, ему это удастся. А может и нет, мы этого не знаем. Удастся, я думаю, такое идет. Ну, это да, потому что язык, да, это политическое явление. Язык делают. Язык, да. Политическое явление, поэтому захотят, так сделают. Но что интересно, что нам-то не нужно забывать, что украинский язык, это был язык селянский. Селянская мова, да, то да. Есть деревенский, соответственно, не очень развитый, очень архаичный, очень традиционный, консервативный тем самым. И там сохранилось в украинском языке множество... древностей. Да. И они так вот, мне как бы они нравятся. Во-первых, звательный падеж. Да? Да, мы потеряли... Интересно. Сынку, а поворотись-ка сынку, да, и доце, и что ну там... Ну еще такое? Сынку... Помалы тебе, тоби. Клятые ляхи. Ляхи, да. Да, вот это. А у нас, кстати, в церковном языке и в этикете церковном осталось. Мы к владыке как обращаемся, к епископу? Да, владыку да. Святый, владыку. Или отче. Отче. Это звательная форма. Отче святый, да. Ну вот вернемся к этому корню, дм. А он означает во всех языках, уральских, алтайских, сибирских, индоевропейских, движение вверх. И посмотрите, только в нашем языке сколько смыслов рождил этот корень. Естественно, во всех тоже. Это дым,
естественно, поднятие наверх, да, некой субстанции газообразной. Это дуть, тот же самый корень, вздымание. Это надменный. Ну, что такое надменный? Ну, да надутый просто. Тот же самый корень. Это дума. Представляете, дума. Погодите, наша дума, да. Это, оказывается, дым, прах, нечто. Наоборот, не прах. Надутое, надменное. Наша дума – материальная вещь. Причем наша дума, вот образ, который развивается языком, это нечто, поднимающееся ввысь, к Богу. То есть есть мысль. А есть дума. Ой, хорошо бы, чтобы наши депутаты нынешние, которые в Думу стремятся, понимали бы весь смысл. Думы. Думы. В чем, собственно, смысл? Чтобы они воспряли все-таки горе, имели сердца, чтобы их думы были устремлены ввысь. Вот, но посмотрите, того же корня наши замечательные дух и душа. И получается, что дым – сугубо материальная вещь, и дух, они произошли, выросли из одного семени. И все языки, которые вот у нас в Евразии существовали в рамках пра языка бореального, они это семечко в себе несут, но по-разному развивают. И поэтому, может быть, вот люди с особым чутьем, одаренные в этом отношении, как художники одарены талантом рисовать, математики талантом мыслить математически, так есть лингвистически одаренные люди, они это чувствуют. Ну, это поэты, писатели, мы их называем как? Мастерами слова. Вот, и поэты. Поэт, я думаю, что это потомок того древнего шамана, сродни жрецу и сродни священнику, потому что он священодействует словом, если он, конечно, не графоман. То есть поэт – это все-таки человек, который приобретает изощренное чувство смысла слова. Да, и он вот умеет это... соединять. А рифмы очень часто соединяют одномысленные слова. И вот удивительно, у поэтов сохраняется вот это чувство близости совершенно уже разошедшихся, забытых, отделенных друг от друга уже тысячелетиями слов, и вдруг они сближаются в каких-то поэтических строках, и мы понимаем, что это было то самое озарение. Ну, какую сокровищницу наши поэты в начале 20 века, имею в виду Клюева или Хлебникова, хотя это заумная, казалось бы, поэзия, ну, естественно, непопулярная, но для филолога там масса находок, там удивительное понимание вот этого и осознание корней, и умение этими корнями говорить и творить новые слова на настоящем серьезном фундаменте. Да, и вы знаете, вот здесь академик Трубачев как раз вот мне преподал такой урок в свое время о особой прозорливости поэтов, о умении их взглянуть вглубь веков. Это связано с историей вот есенинского творчества. Дело в том, что академик Трубачев, объясняя происхождение названия «Белая Русь», «Белоруссия», почему она белая, а мы тут все такие вот совсем не такие. Он реконструировал древнее цветообозначение, которое было свойственно не только славянам, но и вообще индоевропейцам. Обозначение сторон света через цвета. И вот ожидаемо здесь было, красное обозначало юг, красный цвет, червоный. У нас, да? Червона Русь. Да, потому что красный в древности обозначал расцвет жизни, а не цвет. Черный обозначал север, а белый – это было обозначение запада.
При этом вот все эти слова находились в истории русских именований. Действительно, у нас была Червоная Русь, это Галицкая Русь. Действительно, у нас было Чернорусье, это север Белоруссии. Вот Гродно, вот это все называлось Чернорусье когда-то. У нас сохранилась до сих пор Белая Русь. Ну и Черноземье тоже сохранилось. Черноземье тоже сохранилось. Да, ну, правда, северная. Уже немножечко в другом понимании. А вот как называлась восточная сторона? Каким цветом обозначалась? И тут академик Трубачев реконструирует не сохранившееся в источниках понятие «синий» и «голубой». То есть восток обозначался синим или голубым цветом у всех индоевропейских языков. И вы знаете, это вспомнил Есенин. А вы вспомните, как он пишет о своей Рязанской, Восточной Руси. Стережет голубую Русь, старый клен на одной ноге. У него Русь-то его, Рязанщина, она вся синяя, она вся голубая. Удивительный этот момент говорит нам о том, что есть интуитивное предвидение у ряда людей, особо одаренных, естественно, словом, которые могут это пронзить века и могут это восстановить, может быть, даже сами не понимая, что они делают. Ну, в связи с этим вопросом у меня к вам, как это происходит, как язык отражает мысль, как вот это связано, что первично, действительно, мысль, вначале было слово, но это уже, к сожалению, стало такой пошлой поговоркой. Она пошла в том смысле, что слишком употребимый без... Да, часто и банально. Как красота спасет мир. Да. Все замечательно и точно, но вместе с тем чистота и не в попад употребляемая, это становится вот тем, что называется. Ну да, ну какая красота там спасла мир? И также, какое слово было в начале? Давайте подумаем вообще, между словом и словом есть большая разница. Поэтому я совершенно согласна. Вот эти упоминания очень точных, сказанных, важных философских понятий, в пошлом смысле, их, конечно, низводит и обедняет. А вот что было раньше, мысль или язык, над этой проблемой, я думаю, будут еще сотни лет биться светлые и всякие смутные умы, и дай Боже, чтобы они никогда не нашли решения. Ну, вместе с тем, мы с вами пытаемся в рамках нашей передачи, насколько это возможно, установить, насколько слова отражают правильно то, что мы хотим высказать, то есть нашу мысль. Да, без языка мысль невозможна. Это мы понимаем. Но и без мысли язык тоже невозможен, потому что мы видим, что в каждом слове есть мысль, есть какое-то сравнение, есть какая-то смысловая нагрузка. Ну вот а метафора, то есть перенос значения с одного предмета на другой смысловой, как она здесь обогащает язык? Ну вот, на мой взгляд, развитие слов из корней семечек в основном и построено на метафорах, на сравнении, скрытом сравнении одной вещи с другой. Мы с вами обсуждали солнце, соль, золу, солиста, да? Вон сколько смыслов родилось из одного понятия солнца, которое видно было на небе, которое дарило благо, которое грело, которое одно на свете и так далее. Но вот смотрите, как метафора работает в слове, в древнем корне «со». «Со» или «сва» можно произносить. Два согласных звучит. «Сва». И я беру только пока русский язык. Смотрите, сколько слов дало. Этот корень обозначает «рождать». Древний индоевропейский корень «рождать». «Со». И у нас появляется такое слово, как «свой». Было во всех индоевропейских языках. «Свой» значит «родной».
по сути дела. Вот это, честно говоря, очень сложно как-то уловить, даже нет, интуитивно, почему «свы» и «рождение». Ну, не, да, понятно. А вот почему вот этот корень, вот где тут такой вот, еще бы найти какие-то обертона, дополнительные значения, чтобы понять? Конечно, сын того же корня. Сын – это рожденный. Тот же корень, который дал название продолжателю рода. Потому что у дочери совсем другое назначение. Она дышт, это древний корень, восходящий понятию доить, тот же самый корень. И дочь – это будущая кормилица, будущая мать какого-то чужого рода. Ну, вот, а как это получилось, что у нас параллельно есть и корень род, да, и рождать, соответственно, да, родимые, да, родня и так далее, и так далее. А с другой – свы, свой. Вот все-таки это как-то это… Но язык не может позволять себе так запараллелить, чтобы одинаковые смыслы передавались разными словами. Может. Дело в том, что исконно, если корень «сва» означал «рождать», и в русском языке множество слов с этим корнем, в том числе и «свобода», в том числе и «свинья», и слово «шурин», это все исконно там вот за прикопанной… Погодите, стоп. А «шурин»-то при чем? А Шурин в результате всяких перемен и изменений стал выглядеть как Шурин. Но изначально у него был, и он реконструируется, он восстанавливается при помощи лингвистических манипуляций, это тот же самый корень «сво», родной, это наш родич. Но корень «род», вот этот корень, который у нас известен именно как «рождение», он восходит к очень древнему пониманию порядка. И ряд, и род – это слова, разошедшиеся, но из одного семечки. И орда сюда же. Орда – это, кстати, это монгольское, ну, татаро-монгольское слово, или это русские называли орду ордой? Нет, это монгольское, да. Это древнее их слово, а мы его, естественно, заимствовали. Вот это опять-таки возвращаемся к тому, где заимствование, а где узнавание в старом, в чужом, в общем-то, слове своих корней, очень древних, общих нам. Заимствования достаточно новые, то есть им, ну, новое явление, им там вот где-то, ну, до 1000 лет обычно они хорошо тогда читаются. И, ну, тюркское слово «баш», да, «башка» наша. Мы легко, во-первых, сопоставим, и легко поймем, что это действительно у них взято, и даже вот это выражение «баш на баш», да, чудесно, голову за голову, и все. Это более позднее явление. Оно легко устанавливается в сопоставлении с языками окрестных народов. Татьяна Леонидовна, при всем том, что хочется продолжать и продолжать, но наш урок заканчивается, мне хотелось бы, чтобы вы дали, ну, какое-то домашнее задание, что ли, нашим слушателям на будущее, для будущей нашей передачи, может, вопросы какие-то возникнут, и нам пришлют то ли по СМС, то ли электронной почтой. Пожалуйста, присылайте. Потому что задача наша с вами, вот я рассматриваю эту передачу, не столько даже научить, в конечном счете, а заставить людей полюбить свой собственный язык, внимательнее относиться к тем словам, которые они произносят, точнее выражаться, точнее друг друга тем самым понимать. Да, выучить, изучить можно то, что любишь, гораздо легче, чем то, что ненавидишь, как в школе уроки русского языка порой не сильно привечают дети. А вот из домашних заданий я бы порекомендовала что? Купите или откройте в интернете словарь великого Даля, словарь живого великорусского языка. Зайдите на любую словарную статью достаточно большого объема, ну, какого-то родного все-таки слова,
там же у него очень много и заимствований описывается. Родное слово, и посмотрите, Даль пользовался принципом гнездового описания слов. То есть он под один корень верстал множество однокоренных слов и приводил с ними примеры. И вот зайдите и поглядите, как устроен язык на примере хотя бы одного корня. Ну что ж, бабушки, дедушки, мамы, папы, ну и продвинутые дети, которые слушают нас сегодня. Порой бывает, слушают. Много слушают на самом деле. Я рекомендую вам такое проделать, ну, нерадивым детям, ну, помогут родители или дедушки с бабушкой. Вот подсунуть хотя бы, подумать, посмотри, как это все замечательно устроено. А мы продолжим наши беседы о живом и великом русском языке в следующей нашей программе. Урок русского языка заканчивается. У микрофона была Татьяна Леонидовна Миронова. Спасибо вам большое. До новых встреч.